известный. Затем сменился продюсер, потом... Ну какая разница, с каким автором, он же песня хорошая. С ним экс-продюсер коллектива Ваня Шаповалов играет в теннис, посмеивается и делает нереально осуществление проекта. Последняя идея... А к успеху бывших родителей? Ну и хорошо. Ну и хорошо. Когда душа моя рвется, там еще и слова зашиты. Туда, где птицы за облаками. Все время необходимо новое то. Где оживает мечты с рассветами. Где поплыла за плечами, прости. Когда душа моя рвется в небо. Туда, где птицы за облаками. Где оживают мечты с рассветами. Глаза закрою руками. Следующий шаг на руки моей коснется ветер. Я оторвусь от земли ногами и улечу за частью рассвета. Между жизнью и смертью постой. Я оторвусь от земли ногами. Я улетаю и стану рассветом. И между жизнью и смертью мечтами. Глаза открою, что встретит. Тихо на землю. Дальнейшая судьба этого проекта его уже мало интересует. Если у нас есть дождь, кто-то меня с собой зовет. Тот, кто не спросил, сможет. Тихо на землю. Если у нас есть дождь, кто-то меня с собой зовет. Но никакого отношения к этому проекту они не имеют. Это новая провокация Шаповалова. Вероятно, она закончится в суде. И новости о поющей шахетке. Иван Давыдович остается 2 часа. Но телеканал уже передает сенсационный... Концерт на то остается несколько часов. Ваня приехал в гостиницу «Пекин». Здесь у него студия. И здесь он арендовал номер.